Всем доброго утра. Сегодня я еду из Сочи в Краснодар и хотел показать вам, насколько в данный момент в летний сезон загружена трасса на Сочи. Ну, сейчас навигатор вот показывает, что пробок абсолютно нет. Туда еду довольно-таки быстро. Но посмотрим, что нас ждет сегодня впереди. Едем. Дорога пока свободна, но я думаю, потому как это раннее утро. Все еще в основном спят. Перед горячим ключом, знаете, я не скажу вот умным того человека, который нарисовал здесь разметку на подъем одну полосу, когда раньше всю жизнь было две полосы, то есть если кто-то не тянет, то его свободно можно было обойти на подъем две полосы, что с этой, что с той стороны, на спуск одна полоса. То есть логично, сейчас и в ту сторону по одной полосе. И вот впереди какой-то грузовик или кто, непонятно, еле-еле тянется. И в итоге все тянутся за ним. Сзади уже пробка, даже не видно края. И вот впереди кто-то вон тянется впереди, и его не обогнать. Сейчас он на спуск, может, чуть побыстрее пойдет, но... Ну, я не скажу, что это умный человек придумал такое. Просто специально собирают пробки. Больше по-другому никак не назвать. Ладно, едем дальше. Вот мы уже и в горячем ключе. С обоих сторон пробочка. Смотрим, как будем возвращаться обратно. Не хотелось бы стоять очень долго. А вот здесь вот придется конкретно постоять на обратном пути. Это вот на въезде в горячий ключ мост, где развязка уходит на горячий ключ, Джубга. И вот здесь, конечно,
Краснодаре ремонты.